есть по ссылке из описания. Вот на такую страницу. И регистрируйтесь. То есть, что нужно для регистрации? Ваш логин, пароль. Дальше вы придумываете еще один пароль, так называемый transaction password. То есть этот пароль, я так понимаю, нужен будет в дальнейшем. Поэтому обязательно запишите как ваш пароль, так и пароль для транзакций. Далее вводите почту, желательно от Google, да, Gmail. Далее вводите verification code. Да, это смотрите, как нужно сделать. Когда вы сюда введете вашу электронную почту, после этого вы нажимаете кнопку Get Verification Code. И на почту, которую вы ввели вот сюда, отправляется код. Переходите на почту, открываете это письмо и этот код вставляете сюда. Этот код будет действовать где-то 10 минут. То есть 10 минут вам дается на это время. И вот теперь внимание. Вот здесь Invitation Code – это код вашего пригласителя, то есть реферера. Здесь должен отображаться в данном случае мой реферальный код. А именно вот набор вот этих символов. Их должно быть 8. Вот, видите, да? Вот, если он не отображается по каким-либо причинам. Кстати, вот этот же реферальный код вот здесь виден, видите? То есть если вот эта ссылочка имеет эти символы, то и здесь должны они отображаться. Если вдруг по какой-то причине, я не знаю, у вас этого кода здесь не будет, его нужно вписать вручную. Это нужно сделать для того, чтобы получить эти бонусные $3. Без вот этого invitation кода, да, то есть без пригласительного кода, эти деньги не начисляются. Ну, насколько мне известно, это так. Значит, записали пароли, оба пароля, где-нибудь в блокнотике, да, и затем нажимаете кнопку Register Now. Я сейчас этого сделать не могу, так как я уже здесь зарегистрирован. И, во-вторых, также нельзя использовать мультиаккаунты, ни в коем случае. Если вы это сделаете, то вы не получите ни денег, ну, короче, все. Для вас это будет скам. Никаких мультиаккаунтов. Итак, друзья, после того, как вы зарегистрируетесь, вы попадете на страницу, где вам предложат скачать приложение для Android или для iOS. Но здесь есть один момент. Я думал насчет этого приложения. А что это приложение может сделать, да? Что-то в нехороших целях. И я, честно говоря, сомневался именно вот относительно этого приложения. Стоит ли его закачивать или нет. Возможно, он будет там жрать память или процессор будет портить и так далее. Ну, телефон имеется в виду. И к моему удивлению, когда я сделал все эти действия с телефона, смотрите, я зарегистрировался с компьютера, а уже залогинился с телефона. И я попал на страницу, на точно такую же страницу, как и в приложении. Но отсюда я сделал вывод, что приложение не требуется, если ты заходишь с телефона. Понимаете, какая это фишка получается? То есть не нужно никаких приложений скачивать, если вы сомневаетесь, если вы не хотите что-то стороннее скачивать на свой компьютер, то есть на свой смартфон. Вот поэтому я здесь добавил вот такой пункт. Ну, то, что я здесь вот уже написал, я это вам сказал. Но я смог зайти с телефона и работать без приложения. С телефона, с полным функционалом приложения. То есть тут как хотите. Либо вы можете скачать это приложение на свой телефон, либо делать все действия с телефона, то есть с браузера. Ну вот у меня в браузере есть, то есть у меня есть браузер Chrome в смартфоне. Я через него просто открыл новую вкладку, авторизовался на сайте AntUSDT и попал на страницу приложения. То есть вы можете так же, как я, сделать, или можете скачать это приложение и авторизаться своими данными, то есть логином и паролем. Так, давайте дальше. Дальше что мы делаем? Так, я сейчас вам покажу скриншоты. И начнем с самого первого скриншота. Итак, после того... Так, моя шпаргалочка, где она? Итак, друзья, следующее, что мы делаем. Итак, когда мы окажемся либо в приложении, либо на самом сайте через браузер, установленный на смартфоне, мы должны получить с вами вот эти бонусные 30 центов. А, я еще не сказал про это. Смотрите, помимо того, что сайт дает пользователям $3, новым зарегистрированным пользователям $3, он также еще каждый день дает вам возможность получить 30 центов. Но это должны вы делать самостоятельно.
То есть смотрите, да, какие подарки. Во-первых, дает $3 при регистрации. Еще и 30 центов дает нам возможность каждый день получить. Понимаете? Интересно, да? Давайте попробуем. Мало ли, да? Получаем бонусные 30 центов каждый день. Что нужно сделать? Идем в нижнее... Идем в нижнее меню Mine. Вот сюда, смотрите. Нажимаете вот эту кнопку Mine. Затем нажимаете вот на этот значок Sign. Или иконку Sign. И затем вы попадете вот на такую страничку этого приложения. И здесь вам нужно нажать вот эту кнопку Sign. Таким образом, вы получаете 30 центов на ваш баланс. Но для того, чтобы получать эти 30 центов каждый день, как вы поняли, это нужно делать каждый день. То есть каждый день в одно и то же время заходите на сайт, нажимаете Mine, Sign и снова Sign. Если вы этого не сделаете, то значит в этот день вы не получите эти 30 центов. Поняли, да? Идем дальше. Четвертый шаг. Получаем $3. Ну, мы их уже получили, но давайте, чтобы увидеть их, да? Получаем $3 и запускаем в работу каждые 12 часов. Итак, для этого что мы делаем? Для этого, друзья, мы нажимаем на кнопку дома, вот сюда, Home, нажали. Затем нажимаем вот сюда, Ends Coin Shuffle. Это и есть то самое перетасование, да? Ну, давайте будем называть это типа стейкинга, да? То есть мы сюда делаем вложение и потом получаем проценты от этого вложения. Итак, нажимаем на кнопку Ends Coin Shuffle. И далее... И вы увидите вот такую вот страницу этого приложения. Друзья, здесь вам нужно выбрать вот этот пункт. 0,35% USDT 12 часов. Нажимаете Join In. Таким образом, каждые 12 часов, именно 12 часов, не в день один раз, а каждые 12 часов, вам будет капать вот 0,35% от вашего депозита. Здесь есть и другие варианты. USDT там есть еще и на 6 часов, но там уже, сами понимаете, придется почаще заходить. То есть уже каждые 6 часов раз. Ну, а это, на это потребуется больше времени, ну и, конечно, там процент больше. То есть получается 0,15%, но уже в сутки получается 4 раза. Вот, поэтому лучше, самый такой выгодный и оптимальный вариант, это вот этот, 0,35% USDT 12 часов. Итак, нажимаете кнопку Join In и далее. Появится следующее окно. Значит, здесь у вас будет отображаться ваш баланс. Именно там вы увидите ваши $3, которые вы получили при регистрации, и плюс еще 30 центов, которые вы получили после нажатия кнопки Sign. То есть $3, 30 центов. Сюда можно вписать количество, которое вы будете инвестировать, но лучше инвестировать всю сумму, поэтому просто лучше нажать на Total, то есть все, да, весь баланс, он у вас отобразится вот здесь, и после этого нажимаете кнопку Join In. Таким образом, вы инвестируете вот эти $3, 30 центов вот в этот самый Ends Coin Shuffle, то есть вот это перетасование, которое вам будет приносить доход каждые 12 часов. А теперь внимание, очень важный момент. Каждые 12 часов раз вы должны заходить на этот сайт или в приложение и проделывать эту операцию заново. Допустим, в 9 часов утра вы зашли, сделали, и затем в 9 часов вечера этого же дня вы зашли, сделали то же самое. Вы спросите, что сделали? А дело в том, что за эти 12 часов вам накапает процент. И вы его заново инвестируете по той же схеме, как я вам показывал. Понимаете, да? Каждые 12 часов раз вы заходите и это делаете. Если вы этого не будете делать каждые 12 часов раз, вы, ну, просто растянете процесс получения вашего дохода. То есть он просто там останется на балансе, но при этом не будет приносить вам доход. Вы должны каждые 12 часов раз это проделывать. Смотрите, значит, вы должны каждый день получать по 30 центов, да? И каждые 12 часов раз делать реинвест. Таким образом, когда вы делаете постоянный реинвест, ваш баланс
он что будет делать? Он будет увеличиваться. И уже с этого увеличенного баланса вам будет капать больше процентов. Ну, то есть процент остается тот же, но так как сумма больше уже на балансе, соответственно, будет больше капать. Это так называемые сложные проценты. Вот что нужно делать, друзья. Каждые 12 часов раз заходить и это проделывать. Ну, например, вы можете поставить будильник там в 9 часов утра или в 10 часов утра, кому как угодно, да? В 10 часов утра, допустим, поставили. И на 10 часов вечера. Таким образом, вы не забудете и будете постоянно делать этот реинвест. В 10 часов утра и в 10 часов вечера. Итак, на следующий день снова в 10 часов утра, в 10 часов вечера. Понятно, да, этот момент? Повторяйте эти действия каждые 12 часов. То есть, если вы не сделаете это каждые 12 часов, то, соответственно, вы не получите ожидаемую сумму, да? А ожидаемая сумма, кстати, это вот если мы так посчитаем, я сейчас считать не буду, опять-таки, поверим на слово, как говорят другие блогеры, что где-то через месяц у нас уже будет $30, а это есть минимальная сумма для вывода с этого приложения или с сайта. То есть $30, и можно их уже выводить. Друзья, теперь что касается реферальной программы. Здесь она есть, естественно. А вот здесь показана картиночка, да, там сколько уровней. Сейчас я на ней не буду останавливаться. Я лишь скажу, откуда взять вашу реферальную ссылку, а именно реферальный код. Вот тот самый восьмизначный код, который вы видели при регистрации. Это делается следующим образом. Вы нажимаете вот кнопку Invitation. Да, для этого нужно нажать вот сюда Mine. Затем Invitation, и увидите в окошечке, я, к сожалению, его не заскриншотил, значит, он находится слева, вы увидите 8 символов, и там будет написано Your Invitation Code, ну или что-то в этом роде, Invitation Code, то есть ваш пригласительный код. Именно его вы будете использовать для того, чтобы приглашать рефералов в вашу команду. Ну что ж, друзья, если есть желание, давайте попробуем. Есть, пить он не просит, то есть вложение здесь не требуется. Вот. Ну, то, что требуется, я уже сказал, да, каждые 12 часов. Повторяться уже не буду, можете пересмотреть видео, как это делается. Вот. В принципе, ничего сложного абсолютно здесь нету. Я за один день все это посмотрел, буквально там поизучал где-то полчаса и сделал вот обзор.